Давайте веселиться! Давай! Дангар. Да, да, привет, Артур, привет! Мне уже полчаса говорят, что вы меня ждете, понимаешь? Ну, типа, я понимаю 1 апреля, но вы же меня не ждете, да? Мы тебя ждали вообще-то, а? Мы хотели пораньше начаться, мы тебе писали в ВК, ты в итоге не отвечал, мы решили ударить переписку. Чтобы тебя потом не вбивать в краску, а? Пиздит. Так, смотрите, товарищи, я для вас подготовил шутки для друзей, коллег и родственников. Приготовили для меня шутки или нет? Нет. Ладно. Я вам сейчас зачитываю, только вы смейтесь обязательно. Так. Потому что это типа смешно. Блять, давай. Смотрите, значит, я наконец-то хочу вам кое в чем признаться. Мое признание будет состоять из трех важных слов. Наверное, вы догадываетесь, о чем идет речь. Я хочу сказать, что я хочу есть! Может, угостите меня? Вау! Ну смотри. Так ладно, нет, смотрите, еще сразу вдогонку. Мне только что поступил тревожный звонок. Мне позвонили неизвестные, понятно? Они сказали, что разыскиваются самые прекрасные стримеры в мире. Но я вас не выдал. Дима, прекрати, пожалуйста. Он правда подготовился, Артур, нам хана. Смотри, было у отца три сына. Старший был Дмитрий Куплинов. Средний был и так и сяк. Младший был... О, подожди, а там шутка дальше запретка на Твиче. Ладно, нет, я не буду дочитывать. Я просто открыл шутки за 300, подставил там, ну, Дангар, Куплинов, там, Блэк, вот. И, в общем, и после этого чуть бан не получил. Классная была бы шутка, да. Да. Смотри, после фазовой, подождите, нет, смотри, это проведем Дангар, ее. Дангар, смотри, допустим, вот смотри, например, я вот как будто бы я сейчас звоню, короче, не я, а тебе звонят с неизвестного номера. Смотри, хочешь так? Вот смотри, ты поднимаешь трубку, говори. Алло. Здравствуйте, вам звонят из телевизионного магазина, вам телевизор не нужен? Не нужен. Ну тогда мы сейчас приедем. Зачем? Зачем? Ну зачем, да? За телевизором! Ебать! Какой же, блядь, гогот. Артур, создавай быстрее лобби, быстрее, Артур. Не, я бы еще послушал. А, да, давай. Смотрите, значит... Так, смотрите, значит, блядь, тут где-то были школьные... Вот, шутки для школьников. Записано, что ли, карандашиком? Это я Дангар рассказывал шутки для одноклассников. Последний кайфовый было. Ну, последний нормальный, да. Так, смотри, скажите одноклассникам, что вместо уроков сегодня будет контрольная по математике. Ну, в смысле, вместо уроков культуры. Я, кажется, знаю. Так. Или типа, крикните однокласснику, твои родители разговаривают с заучем в коридоре. А. Бля, я создаю, ладно? Ну вот. Ребята, вы у меня оба в Т-позах, вы нормально перемещаетесь там вообще? Так ты у нас тоже в Т-позе. Да нормально все, у меня... У вас причем огромные головы у обоих. Так и у тебя тоже. Да ладно, серьезно? У меня все нормально. Подожди. Нет, у тебя тоже головы огромные. Ребята, я вас на секунду попрошу, я обычно не делаю превью, но мне нужен скриншот. Вот сейчас вот... Дима Куплинов, ты можешь вот замереть, а Дангар немного за ним встань, вот прям и смотри ему в затылок. Блин, так мне тоже потом нужно сделать такое. Это Титаник. О, боже. Да никто не сильно орет, просто персонажи близко, когда встают рядом друг с другом, они громко становятся. Да, мы не орем ничего, что вы начинаете? Никто не орет, ебаный в рот, ну что за херня, никто не орет, блядь. Так, ладно, давайте я куплю на этот заход, больше покупать не буду. Давай. Давайте. Подожди, оно открыто? У меня дверь не открывается. Прием. На В нажимайте. На В? Алло. Для рации, на В. Алло, работает рация? А В? Алло, В. У меня и рация не работает. В, в смысле английское В. Я понял. В общем, у меня дверь не открывается. Можете ее еще раз открыть?
Откройте дверь, пожалуйста. Я, если что, вперед жму. Судя по всему, я сегодня в этом, да? Так, смотрите. Ну, хорош, смея. Я тоже могу сказать. Я вперед жму. Ой, вперед жму, что-то не идется. Ой, ой, что такое? Артур, посмотрите на этих гадов, а? Дангара, ты знаешь вот это вот? То, что со мной сейчас происходит, мне кажется, это твоя мечта. Ну, типа, дверь не открывается, и ты являешься одним целым с этим фургоном. Ой, вы посмотрите, какой человек ленивый, не может даже ко мне на стрим зайти, чтобы убедиться, но при этом говорит, что я обманываю. Так, а при чем тут на стрим к тебе зайти, если ты, я же не увижу, как ты кнопку нажимаешь? Я тебе покажу. А ты клавиатуру мне поднимешь? Да. Ладно, давай захожу. Вот моя мышка, видишь? Вот. Оп. Так, подожди. Вот я по руке и буду водить, видишь? Опа, видишь? Теперь смотри. Подхожу вплотную к этой двери. Сейчас я прицелюсь на дверную ручку. Вот. Нажимаю, смотри. И вожу туда-сюда. Она не открывается. Видишь, какой интерактив? Не знаю, как тебе еще... Смотри, навел на дверь, да? Вот, смотри. Оп. Зажал, смотри, опа, и вожу туда-сюда, туда-сюда вожу. Слышать всем на... Попробуйте выполнить ряд заданий. Вы стали свидетелями паранормального явления, уже вам галочку поставили. Молодцы! У них атака пошла. Ребята, аккуратно, там атака. По-моему, Дим отлетел. Этот в нуле. Кто же первый отлетел? Слушай, у тебя с интеллектом проблемы, по-моему. Ну, смотри. Я там это призывал. Смотрите, в целом по палате у нас вон 42%, да, интеллект, да? Нормально. Мы все слышим. Как вы там все слышите? Чё? Да нормально, жарко, пиздец мне. Я уже кондёр включил, жарко все равно. Говори в рацию, и мы тебя не слышим. Так я не тебе говорю. Так а слышать-то надо всем. Бля, Дангар, ты вызываешь ли кого-то? Да-да-да, тебе надо распятие взять. И МП возьми еще. Где-нибудь кинь его там, где вот эта активность. Взял. Удачи. Так, отлетит через... так, подожди. А где он? А где он? Подожди. Я его не вижу. А, вон он ходит. Что-то паникует. Так, хорошо. Подожди. Куда он опять? Куда он? Вот он бегает. К выходу бежит, смотри. Оп, на второй этаж. Не-не-не-не. Смотрит в окно. Мы ему помахаем там, типа, молодец, удачи. Ей, я с тобой мысленно, ты молодец. Так, теперь посмотрим, как он откинется. Угу. Так, бежит сюда в комнату. У меня ж пена пошла. Так, хорошо, бежит. Не паникует совершенно. Не паникует. Молодец, хорошо, все правильно делает. Угу. Так, у него интеллект 60, нормально. У тебя интеллект растет только, ты правильно все делаешь. Дай нам знак. Убей кого-нибудь, ты грязное животное. Ты дерьмо, жопа. Убей Диму Куплинова. О, его убил уже. Дангар, убей там. Она же слышит меня, да? А вот так нет. А, я вообще не могу. Тебе нужно остановить призрака с помощью распятия. Кидаешь его там, где спавнится призрак. Да я не знаю, где он спавнится. Я призвал его с помощью этой пентаграммы. А, то есть ты с помощью пентаграммы убил Диму? Нет. Я призвал призрака с помощью пентаграммы. Угу.
Фух, я так волновался. Смотри, мы сейчас с тобой поступим следующим образом. Нам нужно говорить, что у нас вообще нет денег. У нас вообще они не прогрузились. Дискорд, не слышно тебя. Дублируешься. Так, хорошо. Смотри. Говоришь, денег нет. И, в общем, ну, покупать я ничего не могу, скажи. Да? Я честно присоединюсь к тебе. Вот. Хорошо? Только ты должен начать первым. Ладно? Ну, типа... Он скажет, кто будет покупать, ну, все. Ты скажи, ну, не я, у меня денег нет, я создал, у меня ноль вообще. Так скажи, хорошо? Как? Подожди, Артур, теперь все отвлекли. Угу. Сейчас. Скажи, денег нет. Артур, повтори. Ты записываешь, да, Блин. Дима, мы знаем, что ты слышишь. Хватит руку до ангара жрать вообще. Какого хрена? Я сейчас вижу. Термометр. Смотри, я пишу. Так. Смотри, я пишу. Смешной анекдот. Так, давай. Так, и читаю. Читаю смешной анекдот. Так, мужик собрался покончить... Ой. Не особо смешно. Смешно. Люди в чате пишут, Дима, не надо. Да? Надо, ребята, надо. Хорошо, смотри, анекдот. Мама, а я правда такая страшная? Сейчас ничего. А когда родилась, доктор сказал, шевелиться, стреляйте. Бля, ну вот это было, ну, реально смешно. Получается, мы ужасные люди. Да, на опозданию надо, а? Да он потушить надо, чтоб потушил. А потом я возьму ее обратно. Все нормально будет. Так, ладно, возьмите кто-то сейчас с прицел с градусами. Блять, прицел с градусами. Градусник. Да, вот эту хуйню кто-нибудь возьмите. Вот эту хуйню, которая показывает температуру. Ну, я могу взять. Так, я ищу эти следы фиолетовые. Блядь, стоит, Артур, ебать! Все, пизда, все, это, нахуй. Это паранормальное явление. Оно не пытается нас убить, оно просто пугает. Все хорошо. Вот смотри. Фу, ебать, я испугался сейчас, я давно их не видел, нахуй, я ебал, блядь. Вот это, смотри, карты Таро, их не используй, Дангару оставь. Он прям во мне, блядь, опять, вот он стоит, хуило! Горит, я нечаянно нажал кнопку, интересно, сработало или нет, бежим! Давай посмотрим. Дверь не открывай. Отпусти дверь. Зажечь благовоние сработало. Благовоние сработало. Я нашел рацию. Я ни хера не вижу. Так вы найдите этот, как его, генератор. Да сейчас включу, профессионале. Да что такое? Нам нужно сейчас найти генератор. Ну да. Я иду за ним. Я вон, Дангар идет его за... Я потерял. Включать. Пока ты не включишь генератор, везде будет минусовая температура. А где он? Дангар, слушай, он этот, как его, в общем, прости, не могу говорить, я тупел. Подожди, стой. Стою. Шнурки развязались. Артур, подожди, повернись ко мне спиной, Артур, не понимаю. Бля, пиздец, у тебя вся спина белая, Артур, ёбаный свет. Ты чё, Серёжа, грязный такой ходишь? Сейчас шнурки завяжу. Поздно, это так упорото выглядит. Не, смотри. За сим откладывайся. До свидания. О, это уже изгоняющий этого. Подожди. Дай нам знак. О, что он так... боится. Все, бежим. Бежим. Ты бежишь? За сим откладывайся. Я зажег благовоние. Она такая, ладно, этого трогать не буду. И убила Диму. А-а-а. И его нет. Ну ладно. Его нет. В общем, смотри, но там лежит распятие.
У меня интеллект уже в ноль. Пока Дима нас не слышит, я пошел к спиритической доске, активировал и сказал, давай поиграем в прятки. И она начала делать отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Я убежал. А, вот оно что, да? Слушай. Распятие, оно лежит вот у двери. Его нужно переложить ближе к столбу в центре комнаты. Пойду переложу. Потому что у меня интеллекта не осталось, а у тебя еще полно. В смысле, полно еще? У меня 1%. В смысле, у меня пишет, что у тебя 70? Да. 70. Что, сработало? На глазах у меня. Ты все сделал, ты молодец. Да. Смотри, галочка стоит. Дима, джин поставь, не забудь только. А вдруг не джин? Точно 5 МП было? Ну, доверимся уже. Ну ладно, хорошо. Мы поставили джина и едем. Дима отлетел в Т-позе тоже. А в блокноте точно ничего? Ну что, поехали? Ну поехали, да. Поехали. Я поставил демона. Да ладно, зачем? Ну потому что МП, говорят, не было. Хорошо, спасибо, Жень, Ксения. Все. Это Маркова. Маркова. Маркова, да, Вадима, да, с днем рождения. Ты видел? А ты что поставил? Я поставил... Джин, я. Я поставил демон. Зачем? Я же тебе сказал джин. Так мне сказали, что не было там 5 МП. Да кого ты слушаешь? Ты меня надо слушать. Ну в конце-то концу. Да ты умер, понимаешь? Так я тебе говорил 5 МП. Я сейчас донаты дочитаю. С 1 апреля ты посмотри, какая сволочь. Ой, нет, подожди, вот сюда. Вот здесь на кровати лежит. Угу. Что это за звук сейчас был? Да, что-то скрипнуло. Вот как будто что-то упало, блин. Артур, ну, короче, самая низкая температура была на первом этаже. Но она не минусовая. Что там, блядь, падает у вас? Алло, что за звуки? Дангар? Дверь закрылась, это не вы закрыли? Атака! Ну как ты думаешь, кого задушили-то, господи? Где Ой. Его? О! О, видал! Ого, она ловится. Жесть. Не открывай дверь, она идет за нами. По-моему, Дима с того света хочет нас нагнать. Алло? Да ебать, она выдыхается быстро. Я твою руку вижу, блядь. Что произошло? 1700, давай. У меня 1700, откуда ты это взял? Откуда у вас 1700 такие деньги? Нихуя себе. Он врет. Я Артур, не доверяю. Артур, знаешь, рифму на слово врет? Ну, давай.
анекдот. Смотри, внезапно я открыл, пока разговаривал. Воспитательница. Давай. Вовочка, я тебя в угол поставлю. А Вовочка и отвечает. Артур, а да я покупай, пока он говорит, а? Так, давай. А Вовочка ей отвечает, а я и там пукать буду. Ну, это вот. Лучший анекдот 2023 года. Это документальное что-то было? Да. Ой, смотри, рубрика, знаешь, какая? Я вот здесь нашел 4 градуса. Вот здесь это где? Перемен требуют нашей секции. Сколько тебе лет? Ты злой? Подождите, может быть, она отвечает только одному? Ты козел? Давай проверим. Алло, поговори со мной в рацию. Поговори со мной, собака. Это как... Костер. Поговори со мной, напиши что-нибудь в блокнот. Поговори со мной, ты злая, нет, злая. Ах, не надо! Ну что ты наделал? Какой-то новый призрак, по-моему. Поговори со мной. Первый раз не отлетел, радуется, смотри. Почему ты поза? Да потому что я сломана. Ну, 1 апреля, там классно же, весело. Дангар, Артур, все. Мы все задания, да, я же видео говорю. Все задания выполнили. Ну да, еще осталось... Осталось выяснить, какой призрак, да? Фак-фак-шит-фак, да. Ух ты, ё, у нас рассудок у всех. Блять! Алло! Ты понимаешь, что когда ты орешь, она слышит, и когда ты с фонариком, зачем ты орал на нее? Надо было спрятаться за углом. Жесть. Отпечатков вроде как тоже обнаружено не было. Так, во, во, охота. Все, Дангару хана. Вот и все. До новых встреч. Смотри, сидит, нагнулся, бля. Да. Подожди, может он так спрятался? Или он отлетел? Не, он вроде как... Бля, он живой вообще? Он, наверное, спрятался в углу, так стоит, смотри. Да он живой, смотри. Лошара! Это был самый эпичный, по-моему, способ побега. Башкой в эту бочку воткнулся и сидел. Вот это. Нет, фантом, все окей. Ну? Я поставил фантому, похуй. Ладно, я Маару, да? А этот поехал, хорошо. Да. И нас забыл, прикинь? Прикинь, забыл нас. Ну, естественно. Естественно, как по-другому-то. Конечно, вот. Он съебался. Это Мара. Если это Мара, то это Мара. Сейчас с днем рождения, кстати. Блин, опять Мюлин, да? Смотри, блядь, Мюлин, сука. Чё за пиздец? Какой нахуй Мюлин? Давайте нормально, чтоб съесть, быстренько. Оп, и крайнюю катку. Нет, уже всё. Я заработал 9 баксов. Мы договаривались, у меня режим. Пожрём, долежим. Мы специально, чтобы ты подольше посидел, пораньше перенесли. В смысле? Какой... Че он там, вылетел, что ли? Я думаю... нажал. Да. Я хотел в меню выйти, а вылетел в меню. Нет, мы же переносили не потому, что подольше посидеть, а потому что режим, понимаешь? Нужно сходить. Ну ладно, Короче, так, все, красавчик, ни разу не умер, ни разу за весь день не умер. Да, и при этом ты напрашивался, и все равно не умер. Ты вызывал, понимаешь, ты вызывал и убегал. Ты знал, я вызывал, когда... я вызывал и бегал около призрака. Ты знал, я когда бегал будет около атака, призрака. Из-за этого убегал. Естественно, бегал. Ты бегал с защитой. Один, блядь, с благовонии бегает, другой вызывает, убегает. А я, блядь, за все постоянно отхватываю. Ну, да, согласен, всячески вот согласен. Да. Спасибо за компанию, друзья. Да, до свидания.